День добрый! Здравствуйте, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем изучать наш редактор XLR Editor. Остановимся сегодня на такой опции, как фильтры. Вот здесь они находятся у нас. Посмотрите, какое большое количество фильтров в Photoshop онлайне. Правда, надо сказать, что, например, я использую далеко не все из этих опций. Но предполагаю, что если эти опции здесь сделаны, то значит люди их используют. Возможно, они пригодятся вам. Достаточно сложно будет посмотреть фильтры в нашем видео. Почему? Потому что сами фильтры – это очень тонкая настройка. Поэтому вполне вероятно, что вы не очень хорошо сможете это рассмотреть все в видео, но я вам советую просто зайти в XLR Editor и загрузить вот сюда, так же, как сделала я, просто фотографию какую-то из Яндекс.Картинок, Google-картинок, и поработать вот с этой опцией фильтра. В конце видео я покажу вам готовые изображения с использованием фильтров. Это не мои изображения, я их тоже взяла из интернета, но вы просто посмотрите, что можно сделать, используя фильтры в Photoshop онлайн. Итак, приступаем к нашей работе. Первая опция, которую мы с вами будем рассматривать, а рассматривать мы будем опцию очень быстро и поверхностно, потому что, еще раз повторяю, их нужно просто просмотреть на практике, это размытие. Кликаю сюда на размытие, и если достаточно сложно будет определить вот такое размытие на этом рисунке, поэтому давайте я попробую включить вот такое специально загруженное солнышко сюда в одном из слоев. Надо сказать, что оптимальный вариант использования фильтров именно в слоях, а не полностью во всем изображении, готовом уже. Позже, когда вы создадите все изображение, то тогда для создания своего изображения в едином стиле может быть и понадобится применение фильтра именно ко всему изображению. Но сейчас мы работаем конкретно с определенными слоями. Ну, давайте сейчас я попробую посмотреть размытие вот на этом рисунке. Видите, вот яркие лучи, которые здесь были, они ушли. Я ухожу обратно, специально для того, чтобы мы могли с вами видеть конкретно все, что происходит у нас здесь на изображении. Следующий фильтр у нас размытие по рамке. Видите, изменяется рамка. Я буду вот с бегунком работать. Видите, идет размытие каким образом. Вот используем, да, видите, он получается черный, то есть это практически работает фон. Поэтому я практически этот фильтр никогда не использую. Чаще всего размытие я использую по Гауссу. Вот это размытие, посмотрите, вот его использование, оно сразу дало изображение такое, которое, ну, как бы размывается полностью по всему рисунку. Здесь тоже есть бегунок, и вы можете это размытие можете регулировать. Вот посмотрите, в данном случае сейчас, вот если мы с вами, давайте я просто сниму эту, сделаю отмену этого размытия. Видите, какое у нас солнышко, оно видно, что оно нарисованное. Если я его передвину, это солнышко, то видите, у меня получается пятнышко беленькое. Я оставляю сюда желтенькое вот это пятнышко, делаю размытие по Гауссу, и посмотрите, я могу сделать там наличие как бы солнышка действительного, яркого желтого пятна. Даю отмену. Фильтр, резкость. Но здесь понятно, что меняется резкость самого изображения. Наверное, не очень хорошо вам она здесь видна. И выхожу на нерезкую маску. Что такое нерезкая маска? Нерезкая маска – это конкретная работа с фокусом вашего рисунка. Вот посмотрите, в данном случае, вот обратите внимание на фокус рисунка, это вот на ободок этого солнышка. Я передвигаю бегунок. Посмотрите, этот ободок, он тускнеет. Вот сейчас я эту резкость увеличиваю практически вот до максимума. Видите, ярко-красный ободок. Я меняю радиус этого фокуса. Обращайте внимание, как идет высвечивание всех лучей. И порог. Порог – это тоже то же самое размытие. Вот давайте мы радиус поставим вот таким образом и увеличим порог. Видите, появляется такой как бы блеск. Если я сейчас вот сдвину этот бегунок сюда, то эта вот маска, то есть работа вот эта вот в фокусе будет вот именно вот
конкретно работает на это солнышко. Не очень хорошо здесь видно, поэтому поработайте самостоятельно. Дальше фильтр идет убрать шум. Что такое убрать шум? Это убрать дополнительную пиксельность, то есть знаю, что это такое, зернистость вашего снимка. Или наоборот, увеличить этот шум, то есть сделать зернистость этого рисунка. Вот посмотрите, видите, какая зернистость, увеличивается зернистость. Я ее снижаю, ну вот довожу вот до такого состояния. Отменяю всю эту работу и перехожу к следующему. Диффузия. Диффузия – это тоже зернистость, но только как бы немножечко изнутри. То есть вы можете немножко сгладить вот эти вот лучи. Посмотрите, видите, как идет. Если у нас шум, когда он просто зерном увеличивал яркость или снижал яркость, например, вот того же самого ободка окружности вокруг Солнца, то диффузия, она как бы разбрызгивает этот ободок. То есть он становится не такой резкий. Вот посмотрите, видите, как можно солнышко сделать? Его, в принципе, сняв его такую яркость этого ободка дополнительными фильтрами, вы можете практически сделать его натуральным. Я отменяю эти настройки, выхожу в следующий фильтр. Трассировка. Трассировка – это выход на такие горизонтальные или вертикальные линии. Вот здесь, вот смотрите, видите, на лучах такие линии. Но это немножко не тот рисунок, где бы можно было посмотреть это. Давайте мы вот так вот отмену сделаем и зайдем на задний фон. И на заднем фоне попробуем сделать трассировку. Вот она горизонтальная, извините, вертикальная. И вот если я сейчас поставлю горизонтальную, то вот она пошла горизонтальная трассировка. То есть опять же здесь... Увидеть достаточно сложно это все. Но посмотрите, в данном случае солнышко, оно становится как бы ярче здесь. Отменяю эту работу, выхожу в слой солнышко и иду в следующий фильтр. Полутон. Полутон – это размер точек, который можно здесь, ну, так сказать, работать с ним. Посмотрите, какие эффекты можно здесь получить. Например, давайте я уберу «добавить». «Добавить» – это цветность имеется в виду, да? И сделаю инверсию. То есть, вот если я в таком случае сделаю, то вот посмотрите, видите, то есть я могу изменить. Вот такой вот сделать абстрактное какое-то солнышко. То есть я могу с ним работать, ну, если это мне действительно понадобится. Отмена. Фильтр. Идем оформление. Оформление – это тоже работа с ячейкой. И особенно ячейка хороша видна вот на таких, хорошо работает вот на таких мелких рисунках. Если я сейчас отменю здесь солнышко и выберу, уберу это солнышко и буду работать со слоем 0, то есть этот слой фон, который у меня здесь есть, возьму оформление, то видите, какая у меня появляется пиксельность здесь. Вот здесь особенно на зеленом фоне, посмотрите. Вот я и увеличиваю эту пиксельность, или я ее уменьшаю, эту пиксельность. Отменяю эту работу. Возвращаюсь к слою солнышко. Открываю его. Придание точечного стиля. Ну, это я... Здесь можно работать как с точками, так с квадратами. Или можно работать с окружностями. Или можно работать с малыми окружностями. То есть это тоже, если вам потребуется такой фильтр, то вы его, конечно, можете использовать. Следующий фильтр у нас водоворот. Вот этот фильтр интересен тогда, когда, давайте я отменю его по поводу солнышка, уберу солнышко и оставлю слой фона. И попробую показать вам водоворот здесь. Вот он, водоворот. Обратите внимание, вот по краю пошли уже такие волны. Это хорошо работает тогда, когда вы работаете, например, вам нужно показать воду, изменения на воде какие-то. Вот, видите? Это у нас идет, давайте я так вот отведу в сторону. Это у нас вот такие вот волны, рябь такая идет. Если я возьму ее, я могу увеличить, сглазить ее. Я могу также работать здесь и, видите, как видите, с небом. Я могу сделать эти волны горизонтальными. Отмена. Дальше фильтр идет полярные координаты. Вот это очень интересный фильтр. Я вам сейчас покажу, как можно с ним работать. Посмотрите, это вот, вы, наверное, видели такие рисунки, когда земной шар с
сворачивается этот земной шар, а на земном шаре расположены какие-то там домики по поверхности и так далее. Это вот использование вот такого вот фильтра. Здесь есть, можно работать с прямоугольными и номерными, можно номерные в прямоугольнике сделать, вот такой змей, то есть получается такая гора. И можно обратить в круг, вот таким образом. Я отменяю все это. Для чего это делается? Это делается, надо, конечно, подобрать определенного вида рисунок, то есть здесь нужен опыт работы. Я сейчас вам чуть позже покажу именно вот такие вот работы, где используется вот этот фильтр, который так и называется у нас, полярные координаты. Следующий фильтр – это калейдоскоп. Тоже очень часто используется в каких-либо, например, какие-то картинки вы делаете там из цветов, там какие-то поздравительные открытки. Вот вы можете размер этого калейдоскопа, смещение по горизонтали, смещение по вертикали, то есть для того, чтобы вы могли действительно с ним работать. Делаю отмену. Дальше идет фильтр наклонно-смешанный эффект. Вот этот вот эффект, наверное, самый интересный. Давайте мы его возьмем вот в этом слое. Используем фильтр наклонно-смешанный эффект. Посмотрите, во-первых, вот уже сразу прошло размытие. Сейчас я немножко уберу размер фокуса. Место фокуса смещу. Размер фокуса увеличиваю, размытие увеличивается. Место фокуса центрирую. Ну, теперь посмотрите, я могу сделать насыщение света. Видите, он становится более ярким. Снимаю, увеличиваю. Отмена. Дальше идем. Виньетирование. Виньетирование мы с вами посмотрим на фокусе фона. Беру фильтр. Виньетирование. Это, видите, вот такая виньетка, которую мы сейчас с вами тоже посмотрим. То есть, если вам нужно будет убрать, сделать в овале рисунок, то вы можете это сделать. Причем овал, вы можете выбрать цвет этого овала. Сейчас он черный, я могу сделать его, например, красным. Давайте вытащу сюда, сделаю, да. Видите, вот красный. Отменяю всю работу. То есть это работа такая специальная для создания каких-либо интересных открыток. Дальше идет пастель. Вот это очень интересный фильтр. Обратите внимание сразу же на вот эту траву. Вот я сейчас начну ее размывать, как бы рисовать пастелью, кистью. Если вы хотите создать, например, какую-то фотографию девушки, интересную там, или какую-то подарочную картину сделать, и вы хотите нарисовать ее пастелью, то вот этот фильтр для вас то, что необходимо. Можно сделать инверсию. То есть более яркую такую пастель, вернуть внутрь ее как бы, да. Я отменяю эту работу и выхожу в следующий фильтр. Волшебное сияние. Ну, волшебное сияние, чтобы нам с вами посмотреть, давайте мы включим солнышко наше и будем работать с солнышком. Посмотрите, какое у меня солнышко сейчас. Если я сейчас сделаю волшебное сияние, то видите, оно становится сияющим, это солнышко. Вот это волшебное сияние очень часто используется именно для солнышка или для того, чтобы, например, где-то девушка стоит, у нее волосы светятся на солнышке, да, или какой-то там цветок, или какая-то бабочка. То есть это, опять же, такое подсвечивание красивое, интересное подсвечивание, которое помогает вам сделать ваш рисунок более интересным. Так, убираю волшебное сияние. Вот перехожу сюда. И иду к следующему. Имитация ХДР. Что такое ХДР? Давайте мы вот, не буду я это делать, сниму я это сейчас и уберу вот этот слой, и ХДР мы сделаем с вами вот в этом слое. Что такое ХДР? Это такая технология создания фотографии, такая достаточно сложная, когда делается несколько снимков с разной освещенностью, с разными какими-то эффектами. И потом мастер, фотограф накладывает один снимок на другой. Сделать это действительно в фотографии, надо иметь очень большой опыт. Здесь у нас есть возможность сделать такой эффект, этот сразу же нажатием одной кнопки. Теперь пошли такие технологии, как технологии подготовки постера. Вот сейчас такая технология «Надежда». Посмотрите, видите, сразу же идет
ситуация постера. Я вам покажу это использование фильтра. Или, например, цветовая матрица. Вот цветовая матрица, это тоже интересно, какие фантастические снимки делаются. Вы можете, вот, использовав бегунок, поменять вот это вот сияние до определенных каких-то фантастических пейзажей. Дальше у нас три тона. Я тоже вам покажу эту фотографию, которая, где использовалась три тона для подсвечивания пейзажа. Вы посмотрите, здесь вы можете выбрать все эти три тона, которые мы с вами рассматривали до сих пор. И с этими тонами вот каким-то образом работать. То есть или синий у вас будет, или белый, или красный. В данном случае белый у нас сейчас работает. Следующий фильтр – это ночная фотография. Опять же, сейчас я вам покажу результат тонкой настройки этой фотографии, этого фильтра. Теснение, то есть это вдавливание рисунка, то есть это такое ощущение, как будто это сделано красками масляными. Опять же, используя определенные вещи, вы можете на это посмотреть. И перехожу на гравировку. Посмотрите, вот гравировка, это обратный результат. То есть первый результат как бы вдавливает, второй результат выталкивает наружу. Ну и последнее – это найти края. Вот это вот я немножко не совсем хорошо понимаю, я никогда не использовала, практически, наверное, никогда не видела, чтобы использовалась данная вот. Так, захожу вот сюда на гравировку. Давайте мы с вами вот сюда убрать шум, вернем это. И сейчас я вам просто-напросто покажу уже готовые фотографии. Давайте начнем вот с этой фотографии. Посмотрите, на этой, ну не фотографии, это уже готовое изображение. На нем используется фильтр, который мы называли полярные координаты. Обратите внимание, здесь два абсолютно одинаковых слоя. Первое изображение лежит внизу. Второе изображение, это же изображение наложено на второй слой. Видите? Та же самая девушка, те же самые прохожие, та же самая группа здесь стоит, посмотрите. Те же самые люди здесь идут, абсолютно все то же самое. Я так понимаю, что пейзаж, он вот такой же там, с той стороны, но просто на этом слое использованы полярные вот эти вот изменения. Они хорошо подогнаны, и в результате получилось, что вот такая вот капля лежит как бы в центре вот этой фотографии. Следующее, это опять же использование полярных координатов. Как видите, вот дорога идет, и по этой дороге как бы она центрирует все внимание вот искажением вот этих вот боковых сторон. На этой фотографии мы видим работу волшебного освещения. Опять же, два слоя, посмотрите. Один слой – это сама фотография, второй слой – использование маски и волшебного освещения. Освещенность гор идет вот с этой стороны, с левой стороны. Опять же, волшебное свечение, вот оно используется здесь в виде солнца, над этим полем подсолнуха. Это использование виньетирования. То есть виньетка, видите, немножко размытые края, и получилась, ну, достаточно такая интересная работа. Это работа ночного фильтра, причем этот фильтр определенного одного цвета, посмотрите, ночной город, именно в синем тоне, достаточно хорошей резкостью и очень хорошее получилось изображение. А вот это вот с тремя фильтрами, ночной город с тремя фильтрами использования, и тоже с ночным фильтром, который идет по цвету, по коричневому цвету. Здесь, как видите, вот использование высвечивания вот этой реки, подсвечивание, высвечивание реки. Но здесь не только идет использование фильтра, но здесь еще идет и коррекция слоя. Вот в данном случае эта фотография использует ночной фильтр, но здесь еще и эффект ХДР. Вот тот самый эффект наложения, то есть такая зернистость, очень высокая четкость, такая резкость показана вот. Это изображение очень хорошо показывает именно эффект ХДР. А вот это вот использование цветных фильтров. Опять же, посмотрите, два слоя. Один слой у нас синий, тот, который внизу. Второй слой с облаками наложен в красном стиле уже. Красный фильтр идет.
Я надеюсь, что вы сможете использовать все эти фильтры для создания своих уникальных и очень интересных изображений. Если вам понравилось видео, я очень буду благодарна, если вы поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнавать первым о моих новых работах. Всего доброго, с вами была Смирнова Ирина.